Хочется извиниться перед болельщиками, они приехали нас поддержать. Их была очень большая группа. Перед тюменскими болельщиками хочется извиниться. Потому что мы не должны так играть, все верят, все переживают. Мы пропустили. Нам, по-моему, сегодня все залетело в первом тайме, все, что можно было. А мы, наоборот, свои моменты не реализовывали. Поэтому такой счет, и нельзя пропускать 10 голов в матче.